Сегодня мы покажем вам сборку моторного катамарана MasterCat K40. Здесь вы сейчас видите его в сложенном виде. Он состоит из 4 моноболлонов ПВХ, из ПВХ ткани, из мягкой натяжной палубы, металлической рамы, транса и фанерной палубы. Сначала мы раскладываем баллоны. После укладки баллонов на ровной поверхности мы раскладываем поперечные балки для последующей сборки их с баллонами. Всего их 5 штук в этом катамаране. Сборка поперечных балок, соединение поперечных балок с катамараном заключается только в том, чтобы вставить их в соответствующие карманы. Собираются они в карманах достаточно просто. На этом этапе сборки больше ничего не требуется. Так, итак, поперечные балки мы соединили с баллонами. И теперь приступаем к соединению продольных балок. Они вставляются в аналогичные карманы, которые расположены вдоль баллонов, и начинают сшивать баллоны между собой. Продолины также собраны, установлены, и теперь нам осталось только соединить все крестовины небольшими стропами. Сейчас мы покажем, как это делается. Никаких сложностей с завязыванием крестовины нет. Мы просто пропускаем между двух труб и завязываем на прямой узел, можно с бантиком. Все. Не затягивать, не закручивать узел не требуется. При накачивании баллонов это соединение само натянется и станет абсолютно жестким. Теперь можно накачать баллоны. Накачиваем мы их сразу до рабочего давления. Порядок накачивания не важен. Баллоны накачаны до рабочего давления. Катамаран стал уже жестким, обрел свои формы, и сейчас мы установим транец под мотор. После установки транца мы устанавливаем уже натяжную палубу, закрепляем ее, и после этого катамаран в базовой комплектации считается собранным. Катамаран собран, можно его отправить на воду и получить удовольствие от катания. Для повышения комфорта на катамаран можно установить фанерную палубу. Ну а теперь мы отнесем его на воду, чтобы поставить мотор. Катамаран полностью собран, двигатель установлен. Сейчас спустим его окончательно на воду. Yes. Площадь платформы получается 6 квадратных метров. Стул можно поставить в любой точке. Можно здесь. И ловить рыбу. Можно там. 3 человека могут спиннинговать спокойно с этой платформой.